Здравствуйте, друзья! Сегодня делаем огромную снежинку для украшения дома. Из двух листов бумаги делаем 5 квадратов. Сначала из первого листа складываем самый большой квадрат. Из оставшейся полоски формируем 2 маленьких. 3 квадрата готовы. Второй лист разрезаем пополам. Из каждой части формируем по квадрату. Нужные 5 квадратов готовы. Теперь каждый из них складываем и нарезаем так, как показано на видео. Склеиваем бумажные детали между собой. Края снежинок лучше располагать в шахматном порядке. Для второй большой части снежинки нам потребуется 6 листов формата А4. Квадрат 2 раза складываем по диагонали. Чтобы не запутаться, обратите внимание, как я расположила сложенный квадрат. Кладите также и нарезайте так, как показано в видео. Склеиваем фигурные полоски между собой, то с одной стороны снежинки, то с другой. Бумажные детали готовы. С помощью степлера соединяем по 3 детали. 2 большие детали также скрепляем степлером. Сначала в середине, а затем по краям, в местах соприкосновения бумажных деталей. В центр большой снежинки вклеиваем маленькую. Для этого на нижний край пушистой снежинки наносим клей и приклеиваем к прилегающим полоскам большой снежинки. Также это можно сделать при помощи степлера. Надеюсь, эта идея вам понравилась, и вы украсите свой дом к предстоящим праздникам. Спасибо за просмотр!